Друзья, всем привет! Сегодня я решил записать для вас отдельный видеоролик на те вопросы, на которые вы бы хотели услышать ответы. Первое, с чего бы я хотел начать, составил уже здесь список вопросов, которые вы мне чаще всего задаете. Первое – это аренда, где я размещаю данные аппараты. Размещение у меня происходит в продуктовых магазинах, так как у нас нету всяких кинотеатров, куда можно было бы разместить данные аппараты, поэтому стараюсь именно в продуктовые ставить, так как это у нас такие популярные магазины, где более-менее хорошая проходимость для нашего города, я бы сказал. Второе – это то, как заключить аренду. Получается, тоже здесь ничего тяжелого нету. В интернете можете найти легко экземпляры об аренде, либо субаренде, и там получается, если нужно будет, немного можете отредактировать данный документ, и все, в принципе, там ничего тяжелого нет. Вот я вам как образец покажу те экземпляры, которые я лично в интернете нашел, отредактировал их, вот так вот они выглядят, договор аренды, вот, может, кому-то видно, ну, не суть, в интернете, в общем, есть информация. Это первый лист. И вот так вот второй листок выглядит. На втором листе как раз, вот, если обратить внимание, там вот здесь получается пишет данные организация, куда вы ставите автоматы, а вот рядышком здесь вот ставите вы свою роспись. Если вы как физическое лицо, получается у вас нет ИП, вы просто ставите роспись. Также по поводу ИП. Лично я ИП не оформлял, так как нету в этом смысла. То, что у меня одна-две точки, грубо говоря, на тот момент было, и я не видел смысла делать ИП. Также мне под руку попался юрист, у которого я посоветовался. Он сказал, понятное дело, когда у тебя там много вот этих вот аппаратов, тогда есть смысл оформлять ИП. Также ИП требуется, когда вы ставите данные аппараты именно в сетевые какие-то магазины, это типа Командоры, Магниты, Пятерочки, они прям вот требуют ИП. Если вы ставите данные аппараты в частные магазинчики, это вот магазины у дома, я их так называю, то они, ну, как правило, они не требуют ИП. Есть некоторые, но не все, в общем. Так что подведем итоги. Чтобы заняться данным видом бизнеса, ИП не требуется. Только тогда, когда вы размещаете именно в крупные сетевые магазины, которые требуют в любом случае вот это оформление ИП. Если только вы через знакомых оформляете, тогда, может быть, вам просто по знакомству разрешат поставить данные аппараты там в эту точку, и все, и никаких там оформлений, документов, ничего этого не потребуется. Следующее – это то, сколько я плачу аренду во всех магазинах, где у меня стоят данные аппараты. Я думаю, многие уже увидели мою точку, которая мало приносит прибыли. Сразу скажу, у меня там стоит аппарат вообще бесплатно, так как вот как раз его разместил через знакомых. Они мне разрешили поставить данные аппараты там абсолютно бесплатно, так как проходимость там не особо большая. Там как раз и продуктовые, там и магазины, где все для дома, это там бытовая химия, всякие игрушки, ну, такого вот рода товара. Вот, тоже проходимость там в основном взрослая аудитория, дети там тоже есть, но их намного-намного меньше. Так что те, кто думает, почему у меня стоят там аппараты, я их не убираю, то, что они мне не приносят никакой прибыли, потому что они у меня там бесплатно стоят. У меня нету, в принципе, новых каких-то мест, не открылись еще те точки, куда можно разместить данные аппараты, поэтому пускай он стоит, есть пить не просят, что он там все равно бесплатно стоит, да и все, и пускай ту же самую 1000-2 мне в месяц приносят. Также по поводу того, сколько мне принес данный аппарат. Вот я сейчас открыл таблицу своих доходов. Вот сейчас вот я вам наглядно расскажу. Получается, данный аппарат у меня стоит на данном месте 2,5 года. Не 2,5, там 2 года, 5 месяцев. Получается, он мне принес прибыли. Так, 49 636 рублей. Это за 25 месяцев. Вот делим вот эти вот 49 635 рублей на 25 месяцев. Так, в среднем в месяц я зарабатываю с этой точки 1985 рублей. Это просто та сумма, которую я инкассирую. Это даже не чистая прибыль. То есть, я думаю, вы видели мои прошлые видеоролики, где я учитывал чистую прибыль.
то я думаю, она где-то там бы, ну, 1000 мне бы в среднем приносила, 1200, вот так вот чистыми в каждый месяц. Таким же образом разберем следующие точки. Получается, первая точка, которую я только-только установил, была 29 апреля 2019 года. Получается, через месяц у меня будет, даже не через месяц, а через 22 дня будет ровно 3 года, как я поставил свою первую точку. Вот, она мне принесла за вот эти 35 месяцев 102 908 рублей. Получается, делим эту сумму на 35 месяцев. В среднем в месяц я с данной точки получал 2940 рублей. И здесь, в этой точке, по поводу аренды сейчас сразу расскажу. Если в прошлой точке я там зарабатывал больше 1000, и у меня там никакой аренды не было, то здесь у меня аренда договорная. То есть, когда наступает сезон, это у нас летний сезон, это июнь, июль, август. Получается, там у меня аренда составляет 500 рублей. А все остальные месяца у меня аренда составляет в данной точке 300 рублей. Вот, получается, летом я плачу 500 рублей, все остальные месяца 300 рублей. Вот, и это небольшая аренда. Вот, но это тоже еще зависит от локации, где у вас стоят данные аппараты. Данный автомат у меня расположен именно в дворовой территории, неподалеку от центра. Также по поводу того, как я размещал данные аппараты. На тот момент у меня не было никакого опыта. Зашел я, значит, в магазин, узнал, кто там из тех, кто там был, главное. В общем, переговорили с ней. Она сама в этом ничего не понимала, не знала, что, как вообще оформляется. В итоге я зашел в интернет, домой уже когда пришел, составил договор, к ней пришел, обсудили с ней, она согласилась, то, что да, можно будет установить данный аппарат в их месте, поговорили по поводу аренды, сделали, значит, сумму, мы договорились о сумме в 500 рублей, в итоге после этого, как я уже договорился, заказываю аппараты. То есть не сначала я заказал аппарат, а потом пошел искать место. Нет, у меня немножко по-другому было. Я сначала решил пойти узнать, можно ли мне поставить данный аппарат. Уже после этого, когда мне разрешат установить у них эти аппараты, пошел домой заказывать вот эти вот наполнители аппарата. После того, как товар приехал, пошел разместил его в данной точке. И уже спустя несколько дней все не терпелось узнать, какую выручку мне принес данный аппарат. Даже месяц не прошел, там буквально там день даже, два прошло. И я сразу бегом в эту точку смотреть по внешнему виду. Не то, что открывать, а вообще внешне смотреть, что там взялось. Соответственно, увидел какие-то небольшие изменения. Вот, хотя на самом деле там, в принципе, ничего не поменялось. Но просто накрутил себе. Открываю первые же колбы, смотрю то, что там пару десятиков уже лежат, вот, все, радости, вагон, в итоге настроение поднялось, а потом уже спустя месяц пошел производить свою первую инкассацию, у продавцов, которые там работали, у них такой аппарат впервые стоит, им самим интересно, сколько приносят данные автоматы выручку. В итоге я смотрю, как собираю взгляды всех людей, кто там был. В итоге я с первой инкассации, вот сейчас смотрю, заработал 5166 рублей. Это первая моя инкассация была. В итоге последующие немножко поменьше были. Ну, вот, к примеру, следующая инкассация 3500, а потом 4250. Но это те суммы, я говорю, которые я по факту проинкассировал. Чистыми немножко, конечно, поменьше было. Вот, и это все была аренда 500 рублей. Ну, а спустя 3 месяца, получается, решил немножечко снизить аренду, так как показалось то, что аренда в 500 рублей немного большая для такой выручки. Несмотря на то, что она уже по сравнению с первым месяцем немножко падает, я-то думал, она наоборот будет расти, но по факту она только уменьшалась. В итоге подошел главный, обсудили данный вопрос, в итоге сослались на том, то, что вот эти вот 3 месяца сезонные летом я плачу по 500 рублей, такая же аренда остается, все остальные последующие месяца я плачу по 300 рублей. В итоге уже вот 3 года как прошло, я, получается, на тех же условиях там и стою. Так,
Следующая, это у нас третья точка. Расположен данный аппарат у меня в двухэтажном помещении. Получается, наверху, на втором этаже находится фикс-прайс. Там свои аппараты стоят, но проходимость там вообще никакая. То есть, ну, имеется в виду не проходимость самого магазина, а именно в тех аппаратах, которые там на втором этаже размещены. Потому что у меня они на первом стоят, и у меня в основном вся аудитория. Еще на первом этаже там всякие тоже пивной причал, к примеру, там еще некоторые отделы там со всякими бижутериями и так далее. То есть вся основная аудитория находится именно на первом этаже, где у меня стоят данные аппараты. Ради интереса, когда уже прихожу на эту точку, захожу на второй этаж, смотрю на аппараты конкурента, вообще ничего не покупается. Поэтому, кто будет размещать данные аппараты, старайтесь в основном на первые этажи, где основной трафик людей происходит. Итак, получается, по прибыли со следующей точки заработал я, получается, 121 813 рублей с третьей точки. Потом на моем канале можете видео посмотреть, каждое видео, оно там на картинке сразу написано, какая по счету эта точка. Вот, получается, 122 тысячи практически заработал я за все время. Это за сколько тут месяцев у нас? За 2 года. Ровно 2 года, кстати, у меня там стоят аппараты. Это 24 месяца, делим на 24. У нас получается в среднем 5075 рублей была инкассация. Вот, чистыми тоже немножко поменьше. Вот, дальше, следующая точка. Это у нас самая-самая прибыльная локация, которая приносит всегда больше всего выручки. Получается, заработал я с нее 251 тысячу. Сейчас посчитаем. 251 тысяча. Так, 605 рублей. Так, это получается у нас 33 месяца. Делим на 33. Получается, у нас средняя выручка составляет 7624 рубля. Ну, я думаю, вот вы в прошлом видео увидели, сколько я там проинкассировал. Чуть больше 10 тысяч чистыми. Вот, а если в среднем брать, то они мне приносят каждый месяц по 7 тысяч. Вот, в общем, я заработал со всех вот этих аппаратов, и те точки, которые у меня раньше стояли, которые я убирал, а убирал я их по той причине, то что они были, ну, они приносили, в общем, мало прибыли. К примеру, даже вот так же посмотрим по таблице. Получается, были точки, где у меня аренда была по 300 рублей, приносили они мне в месяц 1190 рублей. Соответственно, я убирал с таких мест данный аппарат и искал новые места. За все время я заработал со всех точек 654 325 рублей. Это уже с вычетом аренды. За все время я заплатил аренду на сумму 65 870 рублей. Вот, это у меня уже все окупилось, окупились сами стойки. Учитывайте то, что я покупал новые аппараты, не БУ. Если брал бы БУ, это было бы вообще для меня здорово, у меня бы уже давно бы все бы окупилось. Так как новые аппараты, они достаточно дорогие. Сейчас только одна колба, просто обычная колба, самая простая, стоит около 5000. Когда я раньше покупал, еще была акция, когда покупаешь 6 штук, там скидка была, там что-то одна колба выходила 3850 рублей, это именно за те суммы, которые я покупал на тот момент в 2019 году. Так что, ребят, если у вас есть возможность покупать именно БУ аппараты, берите, потому что, в принципе, ломаться там нечему. Все это можно починить, если вдруг что-то там сломанное, хотя за 3 года я, в принципе, не видел, чему там ломаться. Они единственное, только внешним видом, немножко потертые, и все. А так, в принципе, я бы на данный момент брал бы БУ автоматы, если была бы такая возможность. Ну, по крайней мере, у нас такого не продается. Также, ребят, как и в каждом любом бизнесе, есть свои риски. К примеру, сейчас я вам покажу, какие риски в данном бизнесе бывают. Это вот, к примеру, как вы видели, при каждой инкассации молодежь пытается обмануть данные аппараты. Она вот такие вот рубли, обычные рубли, оборачивает в бумагу,
прокручивает, и им выдаются вот эти вот игрушки. Также некоторые бывают еще даже на вот этих рублях экономят, и они засовывают туда картон. Так что если меня смотрят такие дети, которые любят попакостить, купите хотя бы одну игрушку, и все, не надо опустошать абсолютно все аппараты. Потом, когда придут уже другие покупатели, им нечего будет покупать. Либо вы, наоборот, просто испортите аппарат, застопорите его бумагой, и никто ничего там не возьмет. Вот. Таких рублей у меня достаточно много. Я уже занимаюсь, вот как вы поняли, 3 года. И вот эти 3 года, ну не 3 года, меньше, там за 2 года я уже накопил. Сейчас смотрю на вот эту всю гору рублей. Вот, смотрите. Вот столько, ребят, рублей. Это за 2 года. То есть это просто деньги. А еще же это и картонки те же самые, которые нам засовывают. Вот, смотрите, сколько здесь пакетов. Сейчас посчитаем. Вот сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот, в каждом таком пакетике по 100 рублей. То есть это 1700 рублей, это даже не за 3 года, это меньше. Вот это как раз те 2 пакетика, которые я из прошлого видео вам показывал, которые нам закинули в аппараты. О том, как можно обмануть данные аппараты, не засовывая туда вообще никаких рублей, картонок и тому подобное. Это палочка от Чупа-Чупса. Сейчас я приложу видео, посмотрите. Вот как это работает. Данное видео снято именно с того места, которое приносит мне больше всего выручки. Были, конечно, случаи, когда при инкассации я встречал вот эти палочки в монетоприемниках, но как бы я не знал вообще, можно с этим бороться как-то или нет. Думал, все, теперь будем продавать данные игрушки бесплатно, если вот такие подростки придут, будут пихать туда, что попало, и доставать себе игрушки абсолютно бесплатно. Конечно, меня это не устраивало. Вот, но оказывается, с этим можно бороться. А информация для владельцев таких аппаратов: просто почистите монетоприемник, полностью его разберите, те собачки, которые там имеются, все это полностью разбирайте и заново собирайте, поверьте, поможет. Я так сделал 2 монетоприемника. Я теперь как делаю? Я вот эту палочку от Чупа-Чупса беру, прихожу на каждую точку и проверяю этим способом все свои колбы аппарата. И если какой-то таким образом прокручивается, я просто беру этот монетоприемник, разбираю и полностью собираю. Так что данные познания мне обошлись достаточно дорого. Таким образом я потерял с данной точки за пару дней всего больше 1000 рублей. Это получается по закупочной цене. Если не по закупочной цене считать, это сколько у нас получается? В одну колбу у нас влазит 250 игрушек. И если считать то, что каждая игрушка стоит 10 рублей, это 2500 рублей я потерял. Это где-то за дней 6. Потом после этого я решил еще закинуть, но не полностью заполнять ее. Я просто положил туда 100 игрушек, даже половину туда не положил, просто чтобы попозже подойти, посмотреть, исчезнут они или нет. В итоге я пришел через 2 дня, смотрю, а их нету, там было штук 9-10, я потом пересчитывал их. В итоге начал разбирать монетоприемник. Оказывается, можно было его починить тем самым образом, как я вам сейчас рассказывал, просто разобрать и собрать его. Вот, так что данная информация мне достаточно дорого обошлась, где-то там сколько она мне, в 3500. Вот, ну, в итоге, оказывается, можно с этим бороться. Так что, ребят, с этими палочками от Чупа-Чупсов можно бороться. Если меня смотрят те подростки, которые как раз таким видом мошенничество промышляет, если не выдается вам игрушка, то и не нужно пихать, значит, монетоприемник на нормальном состоянии, не нужно его опустошать. Также, ребят, еще вот такие вот заготовки люди делают, вот как я вам говорил, то, что помимо рублей картонки еще засовывают, вот они как раз просто берут
вот такие вот рублюшки делают и проталкивают туда, соответственно, им это все выдается. Также, ребят, по поводу размещения аппаратов, старайтесь их ставить в те места, где хотя бы небольшой контроль над ними будет. Потому что если вы поставите где-то там в тамбуре, где даже камер нету, к примеру, либо никто не видит данные аппараты, то будьте готовы, то, что их рано или поздно могут либо вообще своровать, либо разбить, либо еще что-то, либо вот как у меня там заталкивают туда палочек от чупа-чупсов, либо там картонок и так далее. И никому этого, соответственно, не надо. Поэтому старайтесь ставить их в те места, где хотя бы какие-то камеры есть. Также, если, к примеру, продавцы будут рядом находиться с данным аппаратом, если прям отдел рядом находится. Также, друзья, по поводу комментариев, читаю абсолютно все ваши комментарии, вот как раз на один из комментариев отвечу. Пользователь Рэй 4 дня назад написал комментарий, хотели ли бы вы поставить хватайки, очень интересно было, было бы послушать, посмотреть об этом видео. И еще интересное видео про ИП, о том, сколько за него нужно платить и есть ли смысл открывать ИП, чтобы поставить одну стойку с автоматами. По поводу ИП я уже объяснил, то, что если у вас как раз одна стойка, то, нету в этом смысла оформлять ИП, если вы, конечно, не будете ставить их именно в те места, в сетевые, которые требуют этого. Старайтесь ставить именно в дворовые магазинчики, которые этого не требуют. Также, по поводу вот этих хватаек, тоже когда начал интересоваться данным видом бизнеса, вендингом, то тоже был вопрос о том, стоит ли заниматься именно вот этими аппаратами. Честно говоря, мне данный вид бизнеса не понравился. Во-первых, это достаточно дорого. Там еще дороже стоят вот эти аппараты. Плюс аренда дороже. Во-первых, вы платите за электричество. Во-вторых, у него и площадь больше будет, чем у вот этих вот аппаратов, которыми я занимаюсь. В-третьих, это то, что данные аппараты хватайки не так пользуются спросом, как те аппараты, которые мы ставим в магазинах. Также по поводу настройки хотел бы сказать вот этих хватаек, то, что они настраиваются таким образом, что при поднятии клешни вверх она у вас немножко ослабляется и игрушка просто падает. Соответственно, людям это не нравится, все уже на сегодняшний день понимают, то, что это от жадности самого владельца аппарата зависит, то, что он настраивает таким образом, что людям не выпадет игрушка. Также еще по поводу вот этих хватаек. Зашел я в один магазин, смотрю то, что данный аппарат, он не рабочий, он просто весь измазан каким-то черным порошком. Я сразу понял то, что его ограбили, потому что просто видно было. Во-первых, ему личинку эту оторвали и достали вообще все игрушки. Причем забрали просто игрушки, а не деньги. Вот этот аппарат как раз измазали вот этим черным порошком, чтобы отпечатки пальцев увидеть. Я так понимаю, их как раз и забрали те люди, которые, видимо, закинули туда много денег и не получили ни одной игрушки, так как владелец данных аппаратов их настроил таким образом, что она будет выпадать там через каждый, к примеру, 20 забрасываний десяток, только одну игрушку можете вытащить. Также, ребят, отвечу еще на один комментарий. Ким Грей ответил одному пользователю: так и с учетом аренды, покупки оборудования, траты на бензин и времени на сборы и размен мелочи, разве это вообще прибыльно? По поводу размена мелочи, тут вообще все просто. У меня через дорогу находится аптека, которая принимает прям достаточно большие суммы. Я, получается, раньше ходил в те места, где я инкассировал, там же и менял мелочи. То там бывало принимали, к примеру, по 1000, а я проинкассировал по 5000. И получается, много у меня оставалось мелочи, которые мне приходилось туда-сюда носить. И в итоге рядом с домом у меня находится аптека, куда я могу вообще приносить. Были случаи, когда я туда приносил 40 тысяч в том месяце. Они 40 тысяч, 38 тысяч сюда принес. Они сказали, вообще без проблем примем. Я уже даже ради интереса спросил: а если я бы принес 100 тысяч, вы бы приняли? Они сказали, да, так как у них народу много там проходит, и им эта мелочь даже на месяц не хватает. По крайней мере, 38 тысяч, которые я им принес, они сказали, нам этого, правда, даже на месяц не хватит. Но тем не менее, я думаю, сейчас 1100 накопим, десяток, а может быть и больше.
и сходим, обменяем, посмотрим на реакцию, что они на этот раз скажут. Хоть они меня уже и знают, я им даже приношу эти десятки, они даже не пересчитывают, просто я у них свой номер оставил, если вдруг что-то не так, они мне просто звонят. Ну, еще ни разу не было, чтобы они мне позвонили. Но, тем не менее, через дорогу находится тот магазин, куда я все десятки ношу. Также по поводу траты на бензин. Я не трачу деньги на бензин, потому что я ставлю, ставлю данные аппараты в том городе, в котором я проживаю. Я не занимаюсь размещением таких аппаратов в соседних городах. Был у меня случай, когда я в деревне размещал, но и то только по той причине, потому что я там мимо проезжал достаточно часто и заодно вот заходил, инкассировал и все. И то у меня там простояла недолго эта точка, там может 5-6 месяцев, и я ее оттуда убрал, так как у арендодателя ухудшилась прибыль из-за моих аппаратов. Так что, ребят, кто интересовался вопросами по поводу аренды, оформления ИП, надеюсь, я ответил на ваши вопросы подробно. Надеюсь, никаких вопросов у вас в этом плане больше не возникнет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.